У меня к тебе разговор, детка. Детка? Нет, мама, сейчас никак я опаздываю. Я тебя просто обыскалась. Ты присмотришь за детьми, у тебя есть мой сотовый? Удели мне минутку для разговора. Ой, в чем дело? Ты напилась? Нет. Я уже которую неделю не пью. Да? Никто не заметил? Значит, видно, я и напившись вела себя вполне прилично. Но жизнь велит, и я трезва, так что можно сказать себе одну вещь. Да, мама, одну, говори. Спасибо. Дебра, ты или завяжешь с этой историей, или потеряешь своего мужа. А такого человека ты никогда больше не найдешь. У тебя еще будут мужчины, но никчемные, жалкие, неспособные любить по-настоящему. Раньше тебя это могло бы и устроить, но сейчас ты избаловалась, имея такого мужа. Ты должна изменить все. Иначе тебя ждет ужасная доля, жизнь без надежды на исправление. Она у тебя уже и так беспросветная и глупая. Это все. Поезжай. О, кофе не осталось, мне конец. Ну, сейчас ты довольна, мама? Ты заставила меня ненавидеть себя. Для меня это дело несложное. Родная, если ты дурно думаешь о себе, значит, ты ясно уловила суть.